Вот так выглядел мост через Анапку меньше месяца назад. Во время паводка пришлось демонтировать часть сооружения. А вот так мост выглядит сегодня. По факту его отстроили практически заново. Несущие конструкции были заменены, основа усилена. Также здесь появились декоративное металлическое ограждение, новый настил и винтажные фонари, которые не только осветят переход в ночное время, но и станут настоящим украшением нового объекта. Пока он закрыт для эксплуатации, сейчас здесь идут покрасочные работы. А на входе перед мостом с обеих сторон появятся цветочные террасы. Спасибо Полякову, что мы дождались, наконец-то, все красивое в Анапе. Я очень довольна. Мне очень нравится этот город. Город-курорт. Впрочем, нынешний вид моста – это только часть работы. Полная отделка будет проведена ближе к лету. Будет у нас еще сделаны две арки на этом мосту, декоративные, на которых будет потом установлена подсветка. Вот. И сейчас пока предварительно мы сделаем грунтовую покраску основы этого моста и, значит, полового покрытия. Ну, так как сейчас зима, поэтому мы немножко выкрутим ситуацию, чтобы немножко внешний вид был у него приличный, потому что мы уже как бы верх обновили, да. Мы сейчас загрунтуем его, а в более теплую погоду, уже ближе к сезону, мы, конечно, уже вскроем уже более хорошей, значит, краской, которая будет достойно выглядеть. Все работы планируется завершить до начала курортного сезона. Теперь этот пешеходный мост имеет все шансы стать еще одной достопримечательностью Анапы. Руслан Душевский, Анапа регион.